Этим летом полсотни детей из Мурманской области отдохнут на крымских курортах. А всего летние лагеря и санатории, в том числе за пределами Кольского края, отправятся 40 тысяч ребят. Из них 10 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Путевки для них будут оплачены за счет бюджетных средств. В остальных же случаях родителям придется оплатить 10% от общей стоимости путевки и проезда к месту отдыха. В этом году сделан акцент на организацию каникул юных северян в районах с благоприятным климатом. На побережьях Черного и Азовского морей отдохнут почти 15 тысяч детей. В среднюю полосу России отправятся 3 тысячи ребят, в Крым – 48. В общей сложности в этом году в стране планируется открыть более 52 тысяч оздоровительных лагерей, в которых отдохнут 8,5 миллионов детей.